Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Друзья, сколько вот я не делал обзоров всевозможных разных, я ни разу не делал обзоры на статичные объекты. Друзья, каюсь. Некоторые из вас ставили мне на вид, поэтому сейчас я попытаюсь потихонечку закрывать этот гештальт. Поэтому, друзья, заранее забегая вперед, скажу, если вам интересны действительно обзоры на статичные объекты, обязательно, друзья, пишите, буду делать для вас всевозможные подборки на разные тематики. Но сейчас, друзья, о том, что я хотел показать в этом обзоре. Хотел, друзья, показать вам гаражи такие, ну скажем так, в постсоветской восточноевропейской стилистике. Как выяснилось, друзья, это очень сложная задача, прям с такой нифиговой звездочкой. Тем не менее, кое-что я для вас, друзья, интересное нашел. Искал я и в общаке, и в привате и объектов таких, как выяснилось, всего да ничего, ну, кое-что, как я уже сказал, я для вас нашел. Поэтому, друзья, рад вам представить вот такой обзорчик. Начнем мы, друзья, с мода Old Garage Building от мододела Matey Mods. Собственно, что он представляет собой? Это огромнейший такой гараж, как видите, с кирпичной кладкой. Можно свет врубать вот через электросчетчик. Нажимаем левую кнопку мышки, все работает. С воротами, совсем на свете. Конечно, да, не совсем, скажем так, ну, в советской стилистике. Но, тем не менее, какие-то вещи общие есть. Вот, например, видите, эти бетонные плиты, выдающиеся блоки. Кирпичная кладка такая вот с размазанным бетоном на швах. Ну, в общем, все как мы любим. Вот эта дурость, вот эта вот наша неаккуратность, неотделанность. Все, как видите, функционально работает. Гараж, в принципе, подойдет и для крупной тоже техники. Вот даже есть отдельный такой навес. Повторюсь, друзья, да, вы сами прекрасно видите. Не совсем, скажем так, ну, наше, но похоже. Главное, что функционально работает. Поэтому, друзья, обязательно можете попробовать этот мод. Ссылочка на скачивание будет в описании к этому видео. Следующий мод, на который мы сейчас посмотрим, друзья, это Gregory Garage от мододела с таким ником, как Piguan Эй, вот так он зовется. В общем-то, скажем так, не самый просторный гараж, хотя здесь секций очень много, казалось бы. Но тут особо сильно, друзья, и не развернешься. Вот по факту, где вот я Мазурика 500-го загнал, это вот здесь самое такое просторное место. В остальном гаражные места либо мусором каким-нибудь забиты, хламом, либо же вот там, где свободно, можно загнать небольшие совершенно тракторы. Поэтому вот больше, скажем так, такая история для красоты. Тоже, как видите, счетчики, где можно включать свет. Ну, мы сейчас в процессе, друзья, попробуем это сделать. Пока я вам покажу просто все секции этого гаража. Тут просто где что валяется. Вот, например, пустой абсолютно. Пустая секция гаражная, бокс, куда можно загнать. Например, некомпактный трактор. Здесь, конечно, больше для автомобиля. Какой-то тут станок стоит. Сейчас, друзья, мы включим свет. Включается он через R плюх. И мы включили свет во всех боксах. Вот он работает. То есть, как бы, практически в каждом есть включатель, но по факту включается свет одинаково везде. Ну, как видите, чем дальше, тем уже боксы. Тут вообще мусор валяется, поэтому, ну, наверное, там, где кто-то работает ручным инструментом, можно тут что-нибудь поставить. Окошечко есть, плющ такой свисает. Да, гараж абсолютно не в нашей стилистике, скажем так, да, притянуто за уши к восточноевропейской. Но все-таки хоть что-то, друзья, из того, что можно найти. Ну, вот еще один, друзья, мод от Matey Mods. Вот мы первый самый мод смотрели от него. В общем-то, это продолжение истории. Мод называется Medium and Small Garage. В общем-то, это по факту два одинаковых мода. Просто в одном 4, скажем так, въезда, ну и 4 машиноместа. А в другом всего 2. Вот и все. Цвет также включается через счетчик. Правда, без звука в этот раз счетчик не срабатывает, не звучит. Увы и ах, ну, что-то вот похожее на то, что, в принципе, нам надо. Нормально будет смотреться на отечественных картах, вполне себе. Кирпичная кладочка, тут уже, правда, без размазанного цемента. Почему-то вот, хотя, вот видите, там дрова наколоны. Вот, а на первом его моде, вот на таком старом гараже европейском, там все как надо. Все с размазанным цементом. Ну, вот, видите, трактор без вопросов зашел. МТЗ вмещается, то есть компактные, средние трактора и малые влезут вообще без вопросов. Но вот то, что касается техники посерьезнее, тут большие вопросы. Ну и, друзья, единственный по факту наш отечественный гараж, который нашел его, друзья, в привате, это вот этот, называется мод гараж для газели. Впервые я увидел, друзья, этот мод на карте Колхозский Колос, приватная такая карта. Как выяснилось, автор этой модели не Илья Биостиль, автор карты, а совершенно другой человек. Зовут его Алексей Цыганок.
автор группы ВК Мужик ТВ. И, как выяснилось, он подписчик моей группы «Просто симулятор ВКонтакте». Ну и, в общем-то, удалось у него взять вот этот друзья-мод, очень интересный. На самом деле, очень атмосферный такой, меня прям порадовал. Именно атмосферы внутри того, чего не хватает. Не просто вот кирпич, такая внешняя похожесть, именно атмосфера внутри, друзья. Сейчас все увидите. Я просто лично, например, кайфанул от этого гаража, ну потому что, ну, это вот наш мужицкий пацанский гараж в этом плане. Сейчас позайдем, друзья, и на все посмотрим. Так, ну пошли давайте с самого начала. Развернемся и будем наблюдать на все. Ну, конечно, куда же без плакатиков всевозможных. Пепси, ушедшая из России. Прощай, Пепси. Собственно, друзья, свет куда без него. Через счетчик, опять же, все включается. Тут у нас, как видите, слева и справа развешаны две неоновых лампы. Щелкаем, и вот они загораются. Ну и, конечно же, предупреждение, чтобы кому вдруг захочется пальцы совать в розетку, не делали этого. Что, собственно, еще у нас тут есть? Продолжаем знакомиться дальше с обстановкой. Верстачок, зона для ремонта, ну и, само собой, плакаты Ван Дамма, Сталлоне и SF-Bass. Ну, такой, видать, нормальный такой олдскульный пацан. Ну, мужик такой, гараж, наверное, мужика эдак лет 50. Конечно же, гараж отапливаемый, печка-буржуйка, диванчик откуда-то из дома, ну и, само собой, мебель, сделанная своими руками, с доминохой, чтобы не было скучно. Ну и, конечно же, друзья, вот оно украшение, главное блюдо. Ковер откуда-то со стены, скорее всего, да? Такое видели все. Ну и бабушкин, конечно, ковер откуда-то из деревни с мишками в лесу. То есть классика такая, жанр, друзья. Ну, очень здорово смотрится. Ну, пожалуйста, цистерны мобил, лукойлы, краска эмаль. Ну, еще что есть интересного, друзья, так это радио, которое работает. В нем 5, друзья, композиций. В зависимости от того, как у вас получится щелкнуть, разная композиция выпадает. Поэтому можете вот приобрести этот мод у автора. Ссылочку я оставлю в описании на этот мод. Также можете пройтись и поговорить с автором на тему приобретения этого мода. Очень, конечно, колоритный в этом плане. Конечно, в общаке такого дико не хватает. Но атмосферный, конечно, классный гараж, сами видите. Все, что нужно для счастья. Даже долбанный ковер. Вспомню, как вздрогнут эти ковры со стен, друзья. Ну, вот такая вот получилась подборочка. Разные абсолютно моды из общака, из привата. Ну, тем не менее, которые могут позволить нам немножечко разнообразить жизнь на нашей ферме и подобрать себе гаражик, что называется, по духу, друзья. Поэтому, если понравился обзор, обязательно пишите. Буду делать дальше вам обзоры на статичные объекты всевозможные. Но у меня, друзья, на этом все. Буду рад вашим лайкам, комментариям, подпискам на канал как ВКонтакте, так и в Ютубе. Все, друзья, будьте здоровы, счастливы. Пока-пока.